Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья, наши родные. В этом выпуске мы поговорим о воде. Вода, как известно, жизнь и очень нужна в хозяйстве. Здесь, в Калифорнии, нормальная вода, по крайней мере, в том месте, где мы живем, это Ла Меса, но она мягкая и нам на вкус не нравится. Можно, конечно, наливать ее в фильтр, фильтровать и потом пить. Вот. Но мы покупаем воду. Покупаем мы воду. Вот такой. Нам очень нравится именно такая вода на вкус. Да. Она классная. Пол-литровые бутылочки. Здесь 35 штук. Мы вот эту упаковку, две упаковки мы покупали в Костко. Стоило, иногда стоит 3,50, вот такая упаковка, иногда 4, вот в таком диапазоне цен. 3,50, 4 доллара. Вот. Но эту воду мы берем с собой, когда куда-то собираемся. Либо мы еще покупаем, есть специальные автоматы. Это бутыль 5 галлонов объемом. В специальных автоматах Glacier можно поставить эту бутыль, проплатить, и вода туда загружается каждую неделю в эти аппараты, она очищена. И помимо того, когда вода наливается в бутыль, она еще проходит пятиступенчатую очистку, так что ее можно сразу из бутылки. Итак, мы подошли к аппарату, где загружаем воду для дома. Хочу сразу обратить внимание на систему очистки, она пятиступенчатая. Угольный фильтр, микронный фильтр, фильтр обратного осмосиса, тонкий угольный фильтр и на выходе ультрафиолетовые лампы антибактериальные. Так что воду можно пить. Давай, Ева, помогай. Открываем дверцу. Здесь возможно заполнять бутылки двух типов, ну, двух объемов. Ну, у нас большой объем, 5 галлонов. Это 19 литров. Ставим, метимся, чтобы горло было напротив краника. Подержи крышечку, пожалуйста. Спасибо. Теперь берем денежку. Вот надо, Ева помогает, да? Надо $1.5. Вставляй, вставляй. Глубже. Молодец. $1. И 50 центов. $1.25. $1.50. Теперь нажимаем 5 галлонов. Здесь есть еще 1 галлон. У нас 5 галлонов. Опа! Все, водичка полилась. Ева, дай мне крышечку. Спасибо. Закрываем, чтобы не пролить. И теперь повезем ее домой. Пока.